Привет, Элечка, и привет, кто все меня смотрит. У меня сегодня такая идея возникла. Давай я буду записывать некоторые видео на двух разных языках, чтобы можно было изучать. Например, ты, Элечка, можешь поизучать, и все, кто нас смотрит, могут тоже получить какой-то дополнительный бонус, чтобы поизучать разные языки. Я знаю 5 языков, но хорошо знаю только 3. Я знаю латышский, английский и, конечно же, русский. Еще я знаю немецкий и чеченский совсем чуть-чуть, и итальянский. Ну вот, но это совсем, мне даже стыдно говорить, что я их знаю, потому что я, можно сказать, ну, еще более-менее могу говорить только на немецком. Ну, когда был в Италии, я говорил на итальянском, но очень мало. Ну, так что я буду записывать иногда видео, например, на русском и на английском, на русском и на латышском, и буду говорить те же самые предложения, только на двух языках. И тогда зрителям, может быть, будет интересно изучить что-то новое. А тебе, Элечка, тоже можно посмотреть, и ты тоже будешь знать больше различных языков. Ну, поехали. Сегодня будем говорить на русском и на латышском, да? Так, поехали. Айзет Браутсон. Сегодня у нас пятница, 10 марта. По-моему, 10, может, 11. Шоген Мусер Пегдена. Десметайс Ванген, Десметайс Марц. Сегодня солнце, солнечный день, очень красиво и мороз. Я Шоудемер Сауле, лед из Кайсте, и я чуть не попал в аварию, потому что из-за солнца не видно машин. Стико. Я еду на лекции, Элечка. Браутсон ласит лекции. Я читаю лекции по разным предметам. Ласу лекции. Партажа дам темам. Сегодня я буду читать про компьютер. Шоден ласиш лекции с портатуре. Иностранным студентам. Арзами студенты. Столько много снега, ты видишь, какое окошко, да? Да, вот снегом он стоит. Ready, как стыкл сарм. Апледожа. Да. Посмотрим, как получилось. Я первый раз такое видео записываю. Короче, я посмотрел. Вроде нормально получилось. Правда, разные шумы. Из-за того, что у меня эти наушники какие-то странные. Они приглушают, то создают шумы. Но посмотрим, как грусть может быть лучше. Ну тогда продолжим. Турпинам тал. Сегодня я в Риге. Шоден эсму Рига. Мне вообще нравится быть в разных городах. Манпатик пут даже распил это. И сегодня я часто бываю в Риге по пятницам. Эсбеж эсму Рига. Пегде нас. Сегодня у нас много-много машин. Даут машин. Шоден мусерте Рига. Я спал всего 5 часов где-то, спеться с суда такая погулая, потому что он тебя же, Элечка, есть братик, ну, так отбрал. Ну и вот он сегодня мне немножко давал поспать. Сегодня я поспал больше, чем обычно. Что там, видишь, мудля, погулая, байрак на копарстве. Вот. Но сегодня чудесный день. Бриночки, годы я нашел. Небо ясное и солнце светит. Тирас дебесит, он саулы светит. Настроение отличное. Исцела носка нет. Хочется гулять, играть, радоваться жизни. И велме. Стайка, прецетес. Пауза. Ну вот. Вчера мы гуляли с Мишей. Этот мой братик Миша. Мой кармес от Мишу. Сейчас я там брал это.
Игорь, я 2 часа дивился. И ты знаешь, был такой мороз, и было так приятно погулять. Ты и та саус, и ты, я у тебя постоянно. Мы сейчас сократим пробку. Так отцаясь нас им мусу цель. Я знаю один маленький поворотик, где можно проехать и быстрее выйти к другому месту, где можно завернуть. Если там мазу ел, идем в гору Варпак, где там из Браукцаури и сам Корти. Вот так. И здесь машин много-много. Даус машину. Тейр. Мне до работы ехать 13 километров. Уимдарбан, 3,5 километра. Бет. Но. А ехать надо почти час. Бетерья брауз гандрис стунда. Представляешь? Варе дома тут. Ну вот. Лук там. Хочется с тобой поскорее увидеться. Сгриву Теви откал садпикт. И может быть мы с тобой увидимся в этот понедельник. Он варбут на сартеви садпикт шая пирден. Посмотрим. Я очень надеюсь, что в этот понедельник мы с тобой сможем поговорить. Слёты церука шая пирдена на сартеви варесен пару на. Я возьму какую-нибудь с собой игрушечку. Испания уже Кавказу. Рота лету, целый. Он. И так. И мы с тобой, может, поговорим, поиграем. Мы с Варбутартеви пару нас им поспалась. Но я как бы так хочу, но не знаю, как будет на самом деле. Это грибы, это снежный кабус. Релтат. Потому что там, где ты сейчас живешь, люди все-таки не хотят, чтобы мы с тобой общались. Опять как турку так отзыву, а тем человеком, видно, негде была эта коммуника. Но надеюсь, что они исправятся и поменяют свое мнение. Если это кабинет узла, босса, если он самое не совведу. Вот так. Лук там. Ну что, наверное, сегодня хватит болтать. Я не люблю много болтать. Иногда, конечно, хочется, но так. На видео, наверное, много болтать. Ну, кот, это. Шоден варбот. Абстат насиму сусаруна. Петы рунат. Он болтать будет пляпаться, да? И тадл цитерейс. До следующего раза. Иногда мне, конечно, нравится поболтать, да? Даже если манхватый попляпат. Пет, тадл пецтан. Пока, Эльчик. А там. Пока все, кто нас смотрит, надеюсь, вам понравилось. Если вы мне напишите в комментариях, если вам нравится, когда я говорю на двух языках, то напишите, потому что я больше это делаю для вас. Лелечка-то знает, я думаю, все языки. Просто, если вам интересно поизучать, например, латышский или английский, то я как раз могу так поговорить. Мне нравится на двух языках говорить, потому что тогда у тебя мысли медленнее идут, и можно так спокойно рассказать, что ты хочешь сказать. Всем удачного дня!